Ассаламу алейкум, меня зовут Пак Милана, мне 9 лет, я из города Ташкент. Я занимаюсь вокалом уже 2 года, и я еще помимо вокала занимаюсь хореографией, фортепиано в музыкальной школе. Пак Милана, очень талантливая девочка, пришла ко мне учиться в 2016-2015 году. Пришла учиться в первый класс, проявила себя как способная ученица, много успела пройти за этот год, принимала участие в школьных и внешкольных концертах, много выступала, выезжала в другие школы, в детские садики. Я думаю, что если дальше она будет проявлять себя так же, то мы достигнем очень больших успехов. Я участвовала на международных конкурсах. Это как в Париже. Я заняла первое место, потом в Испании. Я заняла там гран-при и первое место. А теперь я участвую в нашем конкурсе «Елдыща». Самое главное – учеба. Я в школе отличница и стараюсь участвовать на мероприятиях. Пак Милана учится в 94-й школе, в 4-м Г-классе. Она одна из лучших учениц нашей школы, учится все 4 года в этом классе. Очень одаренная девочка, как говорят, что если человек талантлив, он талантлив во всем. И вот этот ее талант, ее академическая одаренность дает ей возможность хорошо успевать по всем предметам, быть, как говорится, душой класса. У нее очень много друзей, и во всех соревнованиях, конкурсах ее часто выбирают лидером, капитаном команды. Она с удовольствием учится по всем предметам. И когда мы узнали о ее вот этом певчинском таланте, мы, конечно, все стали за нее болеть, переживать. И следим за всеми ее успехами, победами во всех конкурсах. И желаем ей только победы. Мы надеемся, что она станет финалисткой, не только финалисткой, но и победит в финале. Мы очень горячо за нее болеем. Работаю. На этом проекте я нашла новых друзей. С каждым этапом я набираю опыта. В проекте «Елдыща» здесь очень много достойных конкурентов. И я буду стараться, чтобы выиграть. Don't know what to do.
I hold him last to feel his heart. Love will be the gift you give yourself. Touch him with the gentleness you feel inside. Feel it. Your love can't be denied. The truth will set you free. You have what's meant to be. All in time, you'll see. Ooh, love him and show him I'm the match I can be sure. Эстрада Ижрачи Легионалыши бойча Малекеген Бердиевана Тайорлаген Гурухлардан Демек Пак Милана Банда Милена Матмусаева Кызымыздеги энергетиканы көріп Ман жүдеем қойыл қалды Милена, осан болды ма ішләш? Милана білен жүдеем осан болды Лекен ман қойыл қалдым Шынақы қысқа мүддетті Шу ашуланы Тайорлагенлерге Чүнке бұ Hattoki professional qo'shiqchi uchun ham murakkab asar hisoblanadi. Keringlar, demak, hakamlar hal aytilgan murojaat qilsak. Birinchi bo'lib, demak, O'zbekiston xalq artisti Munojat Yo'lchiyevadan eshitamiz. Men juda ham hayajonlanib ketganimdan birinchi bo'lib gapirish xohladim. Meni bugungi qo'yadigan balam Melina xonga ham juda ham rahmat. Duet juda ham chiroyli chiqqan. Xuddi uyg'urlik yaxshi demak, juda ham chiroyli bo'lgan. Shuning uchun men 10 балл қоямын. Алқышлар. Өзбекстан халық артисті Мансур Ташматов. Бұларды топшығанын қарайын. Милена, Милана. Жүде ем ажайып. Милена, Милана, Миландар. Үшта болды. Йо, қошылмай, Миландар болмады. А Миланочке я хочу сказать, что если вы это исполнение сегодняшнее ваше услышала Барбара Страйзенд и Селин Дион, они бы, наверное, очень приятно удивились, на самом деле, потому что... Спасибо. Потому что сама по себе песня, она и сложная, она очень красивая. Я очень люблю эту песню, и когда
вот в начале были такие моменты, когда немножко голос плыл у Миланы, и, а терции она пела чистенько, я просто у меня вот как бы, я радовался за нее, и песню у вас дуэт удался. Браво! Если можно было поставить больше, чем 10, я поставил больше. Спасибо. 10 баллов. 10 баллов. Узбекистан халк артисты Авазбек Раджабов фикрлары. Мархамат. Көп гапырып отырмайман. 10 балл. Спасибо. Рахмат. Жүдеям икала ижрочиларам махоратли ижрочилар. Сөзсіз 10 балл сізге. Рахмат. Спасибо. Спасибо. Sizlar lekin birinchi to'liq hakamlarni hammalardan 10 balldan olgan ishtirokchi bo'ldinglar. Tabriklaymiz. Kelajakda barchalarga omad yor bo'lishini tilaymiz. Rahmat.